Третий раз жители нашей страны отмечают день рождения первого человека, облетевшего нашу планету, и отдают дань его подвигу флешмобом «Подними голову». В честь юбилея Юрия Гагарина наш город присоединился к общероссийской акции. Сотрудники детской библиотеки решили добавить флешмобу информативности и пригласили к участию первоклассников 13-й школы. Они активно откликнулись, были самыми отзывчивыми, но, наверное, им это очень интересно, потому что все-таки они только начинают делать первые свои шаги, да, в школьном образовании, им хочется... Им все интересно, они хотят узнать новое, они жаждут новых открытий, новых знаний, и поэтому они активно вот откликнулись. За 10 минут школьной перемены библиотекари рассказали ребятам о Юрии Гагарине, о значении его полета для человечества. А потом настала очередь самой зрелищной части флешмоба. Все вместе запустили в небо шарики цветов российского флага и оранжевые шарики в цвет скафандра. Гагарина посмотрели все вверх, запечатлели, порадовались. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, нужно сделать селфи с поднятой в небо головой и разместить ее в интернете с хэштегами «Подними голову» и «Гагарин 85». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.